Юкс, как скол не львись. Нет, я не сошла с ума. Это я посчитала до 5. Полоцкий. Добрым утром. Я в деревне Лужицы. 160 километров от Петербурга. Полоцкий язык имеет массу диалектов. В этом доме говорят так, а через 3 избы совсем по-другому. Тервись. Нынче Антонина Степановна потихоньку осваивает водский орнамент. Его символику, к сожалению, даже старики уже не знают. Известно лишь, что, в отличие от русских, вожане вышивали не крестиком, а квадратиком. Я вышиваю наш головной убор сапана. И я когда-то, вот интересовавшись вышивкой, крестиком, я прошла по деревне, думала, что кто-нибудь из старых или кто-нибудь старше меня знает, как вышивать по-нашему. И только одна женщина сказала, мы вышивали мышей дорожкой, вот типа такой вот вышивки. Вожане – православные крестьяне. Правда, крест у них свой, водский. Да и некоторые обычаи были, прям скажем, языческие. Например, они едят ложные белые грибы, отваривая их в 7 водах. А еще у них раньше разрешались пробные браки. Жених мог взять невесту в дом на время. Через недельку, если не подходило, возвращал назад. Быть может, поэтому сейчас в Лужицах все друг другу родственники. На большую деревню из 100 домов встречаются не больше 10 фамилий. А это буква Z, символика рода Антонины Степановны. В то время парочки были кофта и юбка, или сарафан и юбка. И бабушка сохраняла один комплект. Очень долго я все спрашивала, бабушка, зачем ты это хранишь, уже настолько старая? Она мне говорила, а мы в чем венчаемся, в том и хоронить должны. И вот через концлагеря, через это, она вот в узелочке, вот это сохранила до того времени, когда ее хоронили. Еще один очень важный народный обычай – шить только короткой ниткой, потому что длинная обязательно запутается. И если вдруг такое случится, надо срочно вспомнить одну водскую пословицу. «Солососта каелт канка келт». В свое время женщина изменила мужу, и ее наказали очень жестко. По плечи зарыли в землю, и плугом должны пройти по голове, в общем, как бы распахать ее. В последнем слове она обратилась к женщинам. «Я уже вам ничем не могу помочь, но когда у вас в нитке случится узел, вспомните меня, солососта каялт канкелт, и тогда узел распрявится, нитка, и ведь помогает». Единственная тайна, которую Антонина Степановна пока так и не смогла разгадать, вот эта фотография, на которой изображен ее дед с товарищем. Что за диковинная военная форма и где служили водские мужчины при царской власти, сегодня уже никто не знает. Лада Елецкая, Лужицы, Невское утро.